Всем привет, рыбаки, рыбачки, маньяки и маньячки. С вами Рыбачок 36. Сегодня всю ночь шел дождь. Тучи уже тяжелые, осенние. Но тепло. Тепло. Почему я так одетый? Собираюсь остаться до вечера. Сейчас я приехал половить окушка. Посмотрим, что будет на воблера. Ну что, попробуем поймать что-нибудь. Будет клевать, не будет клевать, посмотрим, да? А, насчет судака. Есть маленький секретик. Хотите ловить много судака, если у вас небольшое течение, то нужно сыпать мотыля в точку приблизительно, где вы собираетесь ловить. Это большой такой, большой секрет, это не маленький. И делайте это так, чтобы никто не видел. Высыпите и будете ловить. Потому что на мотыля приплывает мель, бель приплывает, мелочевка всякая, за ней подтягивается весь хищник. Так что вот так. А вот и первый окушок на реджа. Небольшой, но есть. Вот такой. Красавец. Редж 70-й плавающий. Отбивается не очень, хотя по всем поведениям природы должен ловиться хорошо. И погода его, и давление его. Скорее всего, еще много жратвы. Малька много в этом году. Селявки. Она аж кишит. Я думаю, ближе к вечеру он будет поактивней. Также на Twitch на равномерку вообще никак. 100% не будет гоняться. А вот на Twitch с долгими паузами хоть как-то откликается. Ну что, буду продолжать, сейчас буду менять цвета воблера. Думаю, что-то подобрать на то, что он будет поактивнее брать. Ну вот, переместился. Один окунек был на том месте. И срез мелкого щупака. Ну а здесь, как говорится, карандаши. Это у нас Гредигас 66. Сейчас мы его отцепим. Блин, мелкий, а заглатывает. Я думаю, мы его спасем. Спасем мы тебя сейчас. Брат проглотил по-серьезному, без инструмента никак. Вот я удивляюсь, у нас тут очень много рыбаков, которые вот таких карандашей забирают домой. Ребят, вам что, нечего жрать? Или вы такие жлобы, блин? Если я пришел на рыбалку, блин, я должен забрать всю рыбу. Она нужна. Что вы будете ловить на следующий год? Восемьдесят процентов таких ребят. Ну, не, ну, правда, серьезно. К чему это все? Там-то и есть нечего. Короче, окунь пока стоит. Не хочет брать. Плаваю, ищу. Ну, ребята вот были, они уплывают. Сегодня вот приплыл, было много лодок. Штук 15, наверное. Уже все смылись. То есть рыба стоит. Кто с утра был там, по два окунька поймал. Судака тоже нету. Ну, мы подождем, посмотрим. Подкормим мотылем. Я думаю, дело наладится.
ветер меняется через каждые полчаса. То северный, то северо-западный, то юго-западный. Как он так может, непонятно. Посмотрим, половим. Применяю воблера. Пока больше ничего нет. Один окунек. Срез щуренка воблер утащил мой. Классный. И один напильничек. И все. Сейчас поставил Касадака Ион дипового в 70-м размере, плавающий. Ну, в принципе, окунь вообще не хочет реагировать ни на что. Ни на отводной вон, ребята, смотрю, ловят, ни на джиг. А судаку так еще рано. Постою, попробую. Ветер опять поменялся на северный, с северо-западного. Поэтому как-то он крутит, непонятно. Буду пробовать. Если что получится, увидите. Короче, пока не клюет ни на что, решил поэкспериментировать. Груз 16 грамм, поводочек. И есть у меня воблера плавающие, ну, древние. Их не закинешь, и на них ни хрена не ловится. Сейчас попробую джигануть воблером. Посмотрим, что получится. Короче, вот такая оснасточка получается. Если не оторвется сразу, то хорошо. Для такой цели только плавающие пойдут в воблер, которые не жалко. Тут уже струя и свал. У меня вон их разных штуки 4 есть таких. Сейчас попробуем. Кину раз 5, посмотрим. Пишите в комментариях, кто ловил на такую приспособу. Я думаю, что поймать можно. Главное светом угадать. Сейчас другой попробуем цвет поставить. Пока зацепов нет. Ни зацепов пока, ни поклевок, ничего нет. Сейчас кинем еще одно место.
Сегодня рыба молчит. Ладно, давайте выключу камеру, не буду сажать батарею. Если что будет, включусь. Что, я поменял воблер. Синего цвета поставил. Я, в принципе, думаю, ребят, что тема рабочая. Особенно где-то на озерах, где более-менее чистое дно. Именно плавающие воблера на поводочке сантиметров 20. Щуку и окуня будет выкашивать на ура. Сегодня просто рыб, да я думаю, и по судаку будет хорошо работать. Просто сегодня такой день пустой. Вот такая вот штука. Пару тычков-то было. Мелкий судачок или окунь. Кто-то щипал. Сейчас попробую по одному оборотику делать. Приблуду можно назвать воблерный джиг. Как джиговать воблером? Я думаю, ух ты, была поклевка, ребят. И хорошая, с оттяжкой. Я думаю, что тема рабочая. Я думаю, у всех валяется очень много воблеров, которые не работают по тем или иным причинам. Я думаю, можно волкер прицепить. У меня есть волкер. Жалко его, конечно, но сейчас попробую. Тема-то рабочая. Тема-то рабочая. Сейчас прицепим волкер. Потом еще... Попробуем поролончик. Это у меня был такой волкер. Сейчас мы его найдем. Был он у меня где-то здесь. Или не здесь. Сейчас найдем. Если я его не выложил. По-моему, вот он. Да. Хороший волкер, жалко, но пенсил. Дорогой, но попробуем. Вот так. Ради интереса. Эксперименты дают
фору. Если такая снасть жизнеспособна, то можно заказывать в Китае дешманские воблеры. И так ловить. Если даже я сегодня не поймаю на эту тему, я ее все равно еще раз повторю, и не один раз. Попробую обкатать, как она получится. Ладно, давайте батарею не буду сажать. На Волкер поклевок не было. Сейчас самодельный воблер из пластика поставлю. Как ни странно, зацепов нет. Я думал, зацепится на первом же, но нет. Это уже четвертый воблер меняю. Зацепов пока нет. Я думаю, по щуке будет работать вообще на ура. Особенно ямы облавливать. Такого она еще не видела, что воблеры так ходили по над дном. Я думаю, что будет работать. Кто рискнет попробовать, отпишитесь, пожалуйста, в комментариях. Получилось у вас чего нет. Я, конечно, тоже еще поснимаю такую штуку. Я все-таки ее разловлю. Я упертый. Будет что, включусь. Солнышко уже садится. Было две поклевки на самодельный тот воблерочек. Вот судак мелкий. Пощипывал. Сейчас поставил. Ну вот. И первый зацеп. А сколько кидал, не было. Опа. Сколько кидал, не было зацепов. Ну что делать. Бывает и такое. Так, пора переключаться на воблеры. Это посмотрели, попробовали. Я все-таки эту тему еще проработаю. Я думаю, она должна работать хорошо. Единственное, что нужно будет снять крючок с пуза. Оставить один на хвосте, и тогда зацепы вообще минимализируются. Но тут, блин, я вам скажу, тут столько сетей затопленных, столько хлама всего, и сколько я... Забросов 40 сделал разными воблерами, и только вот один зацепил, оторвал. Я думаю, ничего страшного. С вами был Рыбачок 36. Смотрим, комментируем, пишем, кто что думает о такой технике ловли. Пишем в комментарии. Ну а я остаюсь на вечернюю ловлю на воблеры. Эту серию вы увидите позже.